ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кейк. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня хочу поделиться с вами своими новиночками в уходе за лицом. Если вы любите такого рода видео, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чего-то вкусного, главного, полезного и поехали смотреть, что же я для вас приготовила. Новиночки в уходе за лицом для меня, потому что, во-первых, с этим брендом я не знакома, а во-вторых, я об этом бренде слышала, ну, очень много хорошего. И сегодня хочу с вами поделиться своими новиночками в уходе именно из корейского ухода. И хочу вам сказать, что для меня вообще корейская косметика это что-то такое неизведанное, непонятное и абсолютно новое. Начну с того, что данный бренд это у нас бренд Элизавета. Здесь у меня из две новиночки, это идут две масочки для лица. Здесь совершенно нет ничего не прописано на русском, что они должны делать, и я не подготовилась к данному видео, потому что буквально вчера мне пришла данная коробочка, я еще не успела ничего здесь перевести, тут нет ничего на русском, но я могу предполагать только, что здесь идет увлажняющая маска, а тут какая-то фруктовая маска с черничкой. На самом деле я ее уже попробовала. Она очень вкусно пахнет, очень приятная. У нее приятное полотно, которое ложится полностью на ваше лицо. Я могу сказать, для меня вообще полотно маски это не то чтобы крайне важно, но от полотна зависит то количество площади на вашем лице, которое будет напитано и увлажненное. Данная масочка, она легла полностью на мое лицо и мне понравилась. То есть она полностью прилегает и полностью напитывает ваше лицо. И той пропитки, которая здесь есть, хватает реально на 20 минут, прям вот за глаза. Конечно, немножечко течет, но это намного лучше, нежели когда масочки такого рода идут полусухие. В общем, мне вот эта масочка очень понравилась. Кожа после нее действительно увлажненная, не напитанная, а именно увлажненная. А мне сейчас крайне не хватает влаги. Вот эту, конечно же, сделаю чуть-чуть попозже. Увлажнения от этой масочки мне хватило буквально на 2 дня. Для тканевой маски, мне кажется, это прям хороший результат. И знаете, что мне здесь нравится? Мне нравится то, что логотип бренда Элизавета, это идет вот такой вот зайчик с ушками, а на масочках нарисованы свинки. Кстати, прям, ну, реально, что-то прям нереально мимимишное такое. Упаковки у корейцев, это просто отдельная какая-то, знаете, тема, на которой можно будет порассуждать. И следующая маска, которая у меня появилась, это идет, еще раз говорю, Aquadep, какая-то увлажняющая маска, о ней, конечно же, расскажу чуть-чуть попозже. Так что вот так вот. Следующее, что мне попадается, это увлажняющий крем. Тоже на него, к сожалению, еще ничего не погуглила, не почитала, но об этом вы узнаете чуть позже, что это за крем. Понравился он мне или нет, чуть позже в дальнейших видеообзорах на данную продукцию. И дайте мне знать в комментариях, вы хотите, чтобы я индивидуально на каждую продукцию, которую сегодня я буду вам представлять, чтобы я сделала обзор, либо в совокупности могу просто для вас всецело показать просто свой уход, понравился мне или нет. Ну так вот, вернемся к этому кремушку. Просто, знаете, вот упаковки, еще раз говорю, у бренда Элизавета это что-то, знаете, такое прям мимимишное, девчачье, интересное, не какое-то, знаете, вот оно реальное, приятное, потому что нет ничего такого, знаете, какого-то серого. Наоборот, веселые упаковки, которые радуют глаз, и здесь, когда открываешь кремушек, тут такие глазки. Кремушек этот увлажняющий идет Aqua Hydrolic Акцит Water Drop Крем. И вот здесь идет целых 50 мл. Данный кремушек был упакован в полиэтилен. И, знаете, он идет в стекле, крышка пластиковая. Приятный крем, приятная консистенция. И он при нанесении на ваше лицо, на вашу кожу, он превращается в водичку. Но на самом деле это просто кажется такой какой-то, даже сорбирующий какой-то крем. Но по факту это крем, который превращается в воду, и я
за всю историю пользования кремов я такой крем ни разу не встречала. Буду, конечно, им пользоваться буквально в ближайшее будущее. Имеет очень приятную такую цветочную одушку. С удовольствием попробую. И, конечно же, вам в дальнейшем расскажу. У меня сейчас кожа находится как раз в обезвоженном состоянии, но это в связи с тем, что я бесконечно борюсь с высыпанием на лице, которые у меня идут с Нового года, как вы знаете. Так что вот так вот. Цену на данную продукцию я вам не скажу. Ищите, смотрите онлайн. Я знаю, что данный бренд продается онлайн, и сейчас буду искать аннотацию, что за продукция, потому что здесь, еще раз повторюсь, нет ничего на русском. Следующее, что у меня появилось новенького от бренда Элизавека, это был тоник с фруктовыми кислотами. Здесь также стоит знак качества, подтверждающий то, что это оригинальная версия продукта. И следующее, что здесь, конечно, меня не могло не привлечь и акцентировало мое внимание, это картинка, которая нарисована на данной упаковке. Это свинка, которая снимает вся грязь с лица девушки. Когда открываешь данный тоник, то смотрите, какая прелесть. Ну вот, знаете, вот все продумано, это крайне приятно и здорово, так по-девчачьи. Тоник у нас идет в такой пластиковой упаковке. Я его еще тоже не попробовала, потому что, как еще раз говорю, это все пришло только вчера. Объем его здесь идет 200 миллилитров, да, 200 миллилитров, и он немножечко пенится. Я думаю, то, что ничего страшного, мне интересно попробовать. А, не получится, потому что он зафольгирован, и это тоже здорово, потому что вы знаете, то, что для меня всегда крайне важно то, что упаковку вскрываю я самая первая, и кроме меня ее больше никто до меня не открывал. Конечно, как все попробую, обязательно вам обо всем расскажу, но я читала по поводу вот этого тоника, я читала отзывы о том, что он какой-то нереально крутой, и мне тоже хочется его попробовать и узнать, как же он будет работать на моем лице. Но сейчас у нас началось активно солнце, и скорее всего я его, наверное, перенесу на осень, потому что, чтобы не спровоцировать просто пигментацию на лице, как-то вот так вот. Но если я его попробую раньше, опять же, вы об этом узнаете самыми первыми. И знаете, я ни разу не пробовала от этого бренда, я вообще этот бренд не пробовала, и когда я увидела то, что в посылочке, кстати, да, распаковка данной посылочки у меня есть на моей странице в Инстаграм, если вы не подписаны на мой Инстаграм, конечно же, подписывайтесь, miskik9970, я вас там очень рада буду видеть. Когда я увидела, что у меня здесь в посылочке была вот такая вот сыворотка, я ее, кстати, нигде не могла найти онлайн, что это за сыворотка, а потом я узнала, что эта сыворотка идет, бифидосыворотка, это с бактериями, как бы так сказать, 100%, бифидопурфермент 100%, то есть это бифидобактерии в сыворотке, по-моему, как-то так. Ребят, чуть попозже узнаю, вам точно расскажу, потому что для меня, еще раз говорю, это вот максимально 100% новинки. Я еще это не пробовал, но в скором будущем вам расскажу. Просто хотела поделиться с вами эмоциями, потому что посылочка мне пришла буквально вчера, и сегодня я еще на сегодняшний день ничего не успела попробовать. Данная сыворотка идет в стекле, здесь ее идет объем, по-моему, 50 миллилитров. Да, 50 миллилитров, тут нарисована просто сумасшедшая, прикольная такая свинка. И это, вы знаете, еще раз говорю, отдельный респект за упаковки данного бренда. Это вот что-то с чем-то, и когда ты видишь, оно реально радует глаз, и вот эти вот пипеточки, и, конечно, как все попробую, все расскажу. Я просто знаю, что бифидоферменты, вот эти вот сыворотки, они очень благоприятно работают на проблемную кожу, на кожу с пигментацией и с какими-то морщинками, очень хорошо убирает, все это лечит, так что с удовольствием попробую, вам в дальнейшем расскажу. Так что вот так вот шло это все без каких-либо полиэтиленовых упаковок, абсолютно просто в коробочке шла такая сыворотка, с удовольствием попробую и вам, конечно, в дальнейшем расскажу. И, кстати, абсолютно на каждой коробочке здесь идет
знак качества бренда Элизавека, и это очень, кстати, радует то, что это оригинальная продукция, натуральная, не подделка, и это крайне важно, потому что сейчас на рынке производят очень много подделок, а за эту продукцию я 100% уверена, то, что она оригинальная. Ребят, если вы пробовали данную продукцию, дайте знать в комментариях, расскажите ваше мнение, понравилась вам или нет продукция Элизавеки. Может быть, вы мне посоветуете что-то попробовать еще от этого бренда, потому что я сейчас только начинаю знакомиться с данным брендом, и мне дико-дико интересно. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео с отзывами. И, конечно же, дайте знать в комментариях, хотите ли вы индивидуальный обзор каждого продукта, на мое мнение, как у меня есть индивидуальный разбор всяких разных продуктов, которые я пробую, рассказываю вам индивидуально о каждом, либо просто совместить все в полностью в уходе, как мне понравилось или нет. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!